Доброе время суток. Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно заработать деньги в интернете. Ну, есть сайты, которые с помощью просмотра рекламы дают возможность заработать небольшие деньги. Но как с помощью такой небольшой моей инструкции можно заработать больше, немножко больше. Не намного, но так, слегка немножко. Ну, такой сайт, как SEO Sprint, наверное, знаком многим. Сегодня я буду показывать именно, как с помощью этого сайта можно заработать такие более-менее нормальные деньги, не копейки. Итак, смотрите, вот моя статистика, видим серфинг 2008, письма 162 и задания всего лишь 48. Но как раз вот именно эта категория задания, она и дает основной прибыль, основной доход. То есть, смотрите, вот всего заработал 113 рублей. И только совсем недавно начал, ну, делать задания по, ну, скажем так, хорошее количество заданий. И пошел сразу хороший доход. Ну, относительно хороший, да, кому-то, может быть, кто-то тысячами любит зарабатывать, а кому-то для пополнения мобильного телефона, либо же пополнить свою любимую игру, также может этих денег небольших хватать. Как это сделать сегодня, как раз мы увидим. Значит, обратим внимание на задания. Задания, какие бывают задания, и как их лучше всего выполнять, как это делаю я, вы сейчас увидите. Так, выбираем рубрику «Выполнение заданий». Здесь в категории по параметрам выбор вот здесь у меня стоит многоразовое задание. Задание, которое можно выполнить много раз. Ну, давайте посмотрим и сейчас одно вместе с вами выполним. Итак, 60 копеек, 40 копеек, как бы не будем на них останавливаться. Давайте остановимся где-то в пределах рубля, найдем задание на рубль. Они не такие сложные, как, например, рубль 20 или рубль 80. И вот, скажем, вот клики по YouTube. Очень хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно здесь заработать. О, это вообще легкое задание. Обратите внимание на условия. Нужно зайти на канал, то есть уже просто пройти по проторенному пути. Посмотреть 5 видео и кликнуть на 3 разные рекламы с 3 переходами. Сейчас я покажу, как буквально за 2-3 минуты можно заработать этот рубль, особо не напрягаясь. То, что мы делаем. Нажимаем «Начать выполнение задания». Нас сразу же перебрасывает на этот, на канал этого человека, который просит посмотреть. Что он просит в отчет? В отчет он просит 5 ссылок видео и 3 ссылки на рекламу и на них 3 перехода по этой рекламе. Значит, как мы, вот отчет, куда нам нужно сдать отчет. Очень важный момент, чтобы легче было ориентироваться рекламодателю и мы были на хорошем счету, необходимо правильно заполнить отчет. Я предлагаю делать это так. С каждой новой строки мы вбиваем номер ссылки. Теперь ссылки на видео у нас закончились. Мы делаем кнопочку на клавиатуре. Вот сейчас я покажу. Это вот эта кнопочка. Она нам отделяет. Отделяет одно от второго и дальше. Нажимаем Enter. И дальше у нас идет реклама. Нам нужно посмотреть 3 рекламы. Итак, одна реклама у нас. Потом с этой рекламы нам нужно
переходы. И вот мы их так определяем. 1, 1. Дальше. 1, 2. И 1, 3. Это наша одна реклама. Нам надо три рекламы. Да, значит, мы делаем дальше. 2. 2, 1, 2, 2, 2 и 3. И 3 точно так же. 3. 3, 1, 3, 2 и 3, 3. Вот. Итак, перво-наперво мы должны сформировать нашу базу для отчета. То есть понять, что требует. Иногда бывает, здесь требует человек ссылку с поиска. Тогда мы в нумерацию не включаем. Просто оставим. Кидаем ее самую верхнюю, а дальше ссылки, все ссылки, которые мы смотрим видео, мы нумеруем. Все ссылки на рекламу и переходы мы делаем вот таким вот образом. Вот. Это значительно облегчает работу нам и тому, кто будет проверять это задание. Итак, поехали. Дальше мы смотрим наше видео. Из 5 видео мы должны пройти по 3 рекламам. Причем он не указывает, этот рекламодатель не указывает время, сколько мы должны пробыть, просмотреть этих видео, ну, до конца или на какой-то секунде достаточно их смотреть. Бывает, это все оговаривается, и необходимо соблюдать такие условия. Но здесь просто чудо, рекламодатель, он никаких требований к нам не предъявил. Ну, я вам буду показывать, как нужно сделать, как будто он предъявляет эти требования. То есть, чтобы вы сразу поняли, как лучше правильно его выполнить. Итак, ну, здесь коротенькие все, значит. Открываем каждое в новом окне. Для этого нажимаем на колесико нашей мышки. И открывается, вот все 5 видео у нас открылись. Теперь. Мы вот сюда копируем, вставляем наш отчет, вставляем дальше, копируем, вот рекламка выскочила, хорошо, вставляем, следующее. Копируем, вставляем. Посмотрим здесь на окончание, чтобы не оказалось, что мы два раза одну и ту же ссылку. Это очень нужно быть внимательным, потому что если рекламодатель проверит и заметит совпадение, он может отправить на доработку, придется все заново переделывать. Либо может вообще забраковать, ну, смотря какой окажется. Может, он вообще зверь, скажет, даже доработки не допускает. Но мы делаем все качественно, на совести, проверяем. Вот здесь уже видео наше просмотрено, закончилось точнее. Мы можем смело его закрывать, но мы пока этого делать не будем. Сейчас мы повставляем все наши ссылочки на видео. Так, отлично. Есть такое дело. Смотрим, не совпадает, не совпадает. Все мы разные. Так, теперь начинаем с конца. Здесь рекламы нету. Здесь вот отель Лукьяновский. Запоминаем, чтобы реклама была обязательно разная. Так, эту закрываем. Тут у нас реклама уже есть отсюда. Теперь. Открываем эту рекламу. Угу, самолетиком. Интересно. Я вам покажу, как по этой рекламе делать несколько переходов, потому что как таковой в этой рекламе вроде бы некуда и клацнуть, для того, чтобы появились переходы. Ну,
Ну вот одна ссылка, и вот обратите внимание, это как раз то, куда нужно класснуть, чтобы появилась, ну, большой сайт, на котором можно дальше делать уже переходов 3, 4, хоть 10 переходов. А здесь, на этой странице, здесь нету, куда можно сделать переход. Так, и сейчас мы третью рекламу откроем. Ага, это тот же самый самолетик. Вот этот, запоминаем, вот Falcon, это, вот он. Это самолетик. Значит, мы на него не клацаем, ищем следующую рекламу, которая тоже самое. Вот, например, World of Tanks, да. Сюда клацаем. Здесь тоже у нас есть масса переходов. Мы можем перейти куда угодно. Так, теперь дальше нам видео уже дальше не нужны. Мы их потихонечку закрываем. Закрываем. А, смотрите, еще один момент. Наш рекламодатель не попросил поставить лайк, подписаться на канал. То есть, ну, он очень простое дал задание. Обычно там и лайк нужно поставить. И, то есть, ну, если есть такое, то не забываем, когда мы открываем вот так 5 видео, не забываем в этих видео ставить лайки. Так, ну, здесь, собственно говоря, все. Мы можем смело закрывать этот канал. И теперь займемся рекламой. Так, ссылку с этой рекламы мы копируем. Вставляем. Вот первая наша реклама. Вставили. Видите, какая большая. Так, дальше. Мы на этой рекламе сейчас еще сделаем несколько переходов. Вот, например, фото, видео, галерея. А, это здесь же, да? Здесь же. Значит, ага, вот нажимаем. Игра бесплатно. Здесь нас должно перекинуть на главный сайт. Ну вот. Копируем также и эту ссылку, как вторую. Копируем, вставляем ее сюда. Точнее, это первая ссылка, точнее, первый переход по той рекламе, которую мы производим. Дальше. А дальше у нас есть здесь игры, поддержка. То есть мы делаем вот так, нажимаем опять на колесико. Раз, два, потому что это уже была у нас третья. Просто копируем эти ссылки, вставляем сюда. Если от нас требуется, чтобы мы побыли на странице там 30-40 секунд, иногда просят минуту, чтобы мы побыли минуту на этой странице, мы оставляем их открытые, не закрываем и занимаемся другими делами. А потом, когда минута эта пройдет, ну, приблизительно, тогда можем закрывать. Ну, в данный момент нас не попросил об этом рекламодатель, поэтому мы просто закрываем. Мы сделали свои переходы в Wargaming. До свидания. Так, теперь отсюда мы еще не брали, да? Значит, копируем ссылку вот эту. То есть ссылка самой рекламы, куда мы попали. А теперь нажимаем вот здесь и попадаем на хороший сайт, где можно, этой же компании, где можно делать много переходов. Вот. Ну, например, откроем вот это и вот это. Так как это вот у нас раз, два, три, получается три перехода. Мы их копируем, вставляем в наш отчет. Дальше второй копируем. Вставляем отчет.
смотрим, чтобы мы случайно, опять же таки, не нажали две одинаковых, не скопировали две одинаковых ссылки. А рекламодатель возьми, да и заметь, что мы неправильно. Да, и может не засчитать нам. Так. Ну, опять-таки, по условиям нам не надо здесь быть несколько секунд там или минуту, поэтому мы просто закрываем, ну, в данном случае нашу рекламу, копируем теперь третью нашу рекламу. Копируем, вставляем и делаем по ней три перехода. Три перехода. Например, вот номер, видите, выскакивает сразу несколько. Мы мышкой раз, два, три. Все. У нас есть три ссылочки, которые нам надо в отчет. Вставляем. Раз. Два. Ну, страница должна, конечно, загрузиться обязательно. Поэтому даже если не рекламодатель не сказал, что надо побыть 20-30 секунд, то мы должны понимать, что страница вся должна прогрузиться, иначе не засчитают этот. Ну, не засчитают ему, он-то нам заплатит, мы же были. А ему могут не засчитать. Поэтому мы постараемся не подводить рекламодателя, чтобы в дальнейшем он нам благополучно разрешал все это дело. Все. Сколько у нас здесь? 1 рубль. Нажимаем отправить отчет. Спасибо, ваш отчет принят. Подождите, пока его проверит рекламодатель. То есть здесь дается на проверку 10 дней. 10 дней дается на проверку, ну, это как максимум. Обычно задание, ну, мало ли, вдруг у тебя интернет отрубит и 5 дней не будет интернета, да, как у рекламодателя. Ну, ты на 6-й пришел и одобрил задание. Вот так, ну, дается такой запас. Ну, если ты будешь выполнять по несколько таких заданий, то они будут плавно, какое-то проверилось уже, какое-то на проверке, и такой будет поток, денежный поток не будет прекращаться, и всегда у тебя на счету будут деньги. Будут деньги для чего? Ну, например, для того, чтобы, видишь, вот здесь клики по YouTube. Невероятно просто, да, тут полностью согласен. Для того, чтобы, например, ты мог тоже какой-то свой ресурс прорекламировать. Ну, вот наподобие, как этот человек прорекламировал свой канал YouTube. Вот, ты сможешь прорекламировать свой. Что дальше хочется сказать? Если вы уже зарегистрированы на SEOSprint, то удачных вам и хороших заработков. Если нет, то я приглашаю вас стать моими рефералами. Вот эта ссылочка. Она будет помещена под описание. Пожалуйста, становитесь рефералами. Я вам не буду обещать золотые горы, потому что здесь автор-ифбэк существует. Ну, то есть, независимо от того, как я к вам отношусь, вам система будет сама наполнять, начислять от вашей активности дополнительные бонусы. Поэтому, ну, вот так. Все. Желаю вам удачных заработков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Заходите, становитесь рефералами моими в SEOSprint. Я буду всегда рад вас видеть. Какие вопросы возникают, все можно обсудить либо через комментарии в YouTube, либо написав мне, если вы станете моим рефералом, напишите мне по почте, и я обязательно отвечу на ваши вопросы. До свидания, всего доброго.